С боком прыгаете. Вот, да, как вы вот так прыгаете? Здравствуйте, здравствуйте. Не надо, блядь. Это шишки клавишу нажимает. Ну да, но я не понимаю, я пробовал, не получается. Да был ее нажимаешь. Это читеры, босс. А я знаю, что они читеры. Все. Бля, пиздец, столько была эта карта, вот только сменили правильный номер. Заеби же. Не. Ебать, и все по старой схеме, ебать, я опять за контроль нахуй. О, так у меня хоть все на зипам есть. Давайте РТВ. Так из-за него. А у меня просто самол. Нет, в команде, а еще Марио, нихуя. Его сюда иди, брат. Эй, ебану разок, заебал. Он еще. О боже, они еще и флешки кидают. Ну и так тут, сука, вечный КТ, ебать. Godlike. Perfect. Хорош. Давайте сменим эту залупу, да? Да-да, согласен полностью. Да нормальная карта, чё вот тут, блядь? Научитесь 270 брать, и всё, это будет ваша любимая карта. Ясно, это яркий РТВ пишет. Блядь, я умею. Ясно. Я тоже так думаю. Именно так. И что тупо сидеть? По-любому в своих голубых комнатах. Опа, багаюз, понятно. Флей. Ебаш. Ну понятно, у Марио флайтхак. Нахуй ты передо мной прыгаешь? С таким слайдом флайтхак, да он. А у тебя он вылетает как ненормальный. Ты сейчас спит. Как тут, блядь? Боже, смотри тебя как тянет. Так только щитом тянет. Ты даже с лестницы не можешь вылететь. У тебя тысяча сразу. Ладно, надоела эта карта. Ну меняй по-братски. Амируйся штук 5. Давай обычный руф. Ваш любимый Флаппи Про. Ненавижу эту карту. У Мия вот есть. Бля, можешь ее не номинировать, потому что она максимально будет. А что толку? Яркий первый зайдет, РТВ напишет, карту сменит. Именно так. Блять, я не увидел, что я выбрал. Что первое было?
хуй его. Руф топ. Руф. Блять, я выбрал это говно. Зато руф топ свой брался. Godlike. Ты как... Нет. О, бля. Финам... Финоза. Вот так. Ай, вот. Почти. Я тебя опять слейну, просто. Дина. Просто бегай, сынота. Ебало, завали, чёрт. Всё, пиздать. Одна хрюшка, ты не хочешь по-нормальному. Ну, я сказал пиздать я. Я тебя не выпущу. О, пиздец. Яркий, я случайно. Ну ты красавчик, конечно. Да видишь, хохлы выпендриваются. Да блять, ебаная хуйня. Другое дело. Редкар. Ну, вообще, как будто вот Matrix хуярит, потому что по консоли он первый зашел. Я по консоли зашел. Что со мной? Что за хуйня? Изи. Ай, блять, больно было. Смотри за ТТ. Нет! Godlike. Стой! Не могу я так делать. Яркий. Вот, вот сзади яркий. Yeah, да. А это он эту хуйню делал? За что? Не режешься. Бля, угораешь? Пошли на Фролион. Охуенно. Фролион. Просто ты чё, блядь, весь сервер перебанил? Хуйнёй мается. Perfect. Почему-то я только вот в четверых людях уверен, что они не писали. То есть ты уверен, что это не мы писали? Остальные рандомы какие-то. Но если ты мне скажешь, что это ты писал, да я буду в шоке. Прикинь, ты все перебанил, а тут я такой пишу. Да, режу его что-то. Все легко на самом-то деле. Просто идешь на W и режь вот так вот. Прикинь, РТВ с первого раунда, бля, я охуею.
находишь? Да нет, тут уже полит никто не будет. Ребят, вам пиздец. Все, не меняем эту карту никогда. Да. А за что у тебя 6 банов защиты, слышишь? 1, 2, 3. Потому что он всех заебывает. Сейчас защиты банили. Потому что он всех бесит. Оооо. Бля. Не трогай меня, пожалуйста. А что-то с моим ботом, блядь. Конечно. Бля, надо было подождать, сука. Слышь, Тессо, а это знаешь, кто этот 1, 2, 3, кого моя бан дала? Он, короче, блядь, когда во время голосования, ну, экран же черный, а он, блядь, бегал, ему похуй было. Я ему бан ебал. А там же дамага можно скинуть эту хуйню. Разве? Конечно, конечно. Не, он не скидывается дамагом. Тут он не скидывается. Скидывается. Давно уже не скидывается. У ТТ скидывается, только ты хуй знаешь. ТТ, да, скидывается 100 пудов. Почему тогда я с щитом бегал тут? Падал? А у меня показалось, что у меня флеш 100%, скажи мне. Хуй его знает. С щитами бегал? Ну хуй его знает. Тут уже, блядь, ничем не посоветуешься. Не, я проверял просто. Ага, я один играю, блядь. Пару раз, да? Да мне уже говорили про эту тему. Она не работает, я не знаю. Идем сюда, Дэс и Фокс покажу. Видишь, ник? YARKII. Короче, из КБ играет, да, пацан. Видишь, этот тип 1, 2, 3 сразу вышел, как я начал про баны говорить. Так его забанили. Серьезно? Да. С кем, у бан не бан? Десла. Да. А его недавно банил. Десла, ты знаешь, что делать. Да, на 2 недели. Как же тебе везет? Понятно, ой, 500, 500 СГШ он меня догоняет. Резу. Конечно. Тебе еще повезло, что я зафейлил. Я бы еще быстрее догнал. Ебать, что за мразь? Ебать ты? Вода. Ну конечно, тебе там 500 хп. Майбах, ты что, блядь, говно ебаное нахуй. Оо, вот это блок был. Дайте слой, пидорас, у чего он бегает, бля. Вон, видишь, второй у КТ-шников. Это Софтер. Второй за КТ, да? Да-да. Ой, блядь, 500 СГС урубил. Да не. Тебе показалось. У меня Моник рофлит. То повышает, то унижает, блядь, яркость. Прикол. Ну так вот. Блять. Вот так вот. Хуй запрыгнешь. Я ж сказал, хуй запрыгнешь. Ебать, ты видел мой бухоп вообще в жизни? Конечно, охуеть.
Кого? ВХ? Ты чё, угораешь? Impressive. В смысле, дисполь... А ему на неделю дал за оскорбление. Ну ты такой ранимый админ, это ужас прям. Блять. ППС вырубил, бля. Да ты с ВХ бегаешь, сел. Бля, ты пьяный, что? Почему? Обоснуй. Вот смотри, ты вот так вот берешь, через стенку водишься. Вот так вот. Я вот прям за тобой смотрел, когда убегал. Ты чё угораешь, ты? Так он на звук ориентируется. Бля, ни разу, бля, вот за всю свою жизнь я в конте ни разу не искал. Охуеть, да? А играю я всю неделю. Ладно, яркий, я сейчас с щитом зайду, погоди. Да. Зачем выходил? Он так его мог рубить. На кнопочку. Ну ебать, вот чё, чё он там делал? Это пидорас. Ебать. Это же Майба, куда? Бля, все равно 300 прия, блядь. Блядь. Заходит, заходит. Здравствуйте. А он ранга не банил? Давайте брик поиграем. Умольник пофиксился, офигеть. А я думаю, что квадраты не показывало. Нормально. Спасай. О. Ой, бля, фу. Бля, я, по-моему, ранга банил, по-моему. Да-да, по-моему, банил ты его, бля. Не, нормально он тип. Не-не-не. Он не писал. Я могу просто посмотреть. У меня стрёмно. Давайте, парни. Нахуй ты так делаешь, да? Нам лучше быстрее, заебись было. Опять эта потная карта, блядь, заебала. Не, я, кстати, вспомнил. Там все стимовские были. Все, народ наберем в это. А, то есть на фулл питание не набирается? Нет. Что видишь? Все игроки флопитауна были забанены, к сожалению. Потому что никто не признал свою вину об РТВ. Ну так им нужно. А ты серьезно, блядь, всех поперебанил? Ты же там был, блядь, ты все видел. А ты сколько им банул? Да их на один день, на один день. Дисциплинарная.
Чё, по факту карта менялась. Я это устранил. Она могла так отменяться, не знаю, карт 40. Кто-то из них точно был с этой фигней. Perfect. Ясно. Или кто-то просто сейчас очкует это делает. Конечно. Здравствуйте, активчик. А вы кто? Твой папа. Я тоже так думаю. Impressive. Ебать, вот тут я не попал, конечно. Блин, надо было их по очереди банить. Стоят. Умник просто падает как говно вниз и все. Ну блядь, зачем повторять, если можно так вот. Что, блядь? А вахтом борт и вахтом. Опа, моя. Наскрываем. А, это мос. А, буксины? А ну ладно, без масла не успели. А, хуй плёт, бля. Ребят, давайте сменим карту. Бля, это долбоёб на ранга нахуй, пока стоит, блядь, мимо него пробегаешь, начинает бежать, блядь. Wicked sick. Godlike. Perfect. Holy shit! Шмай, бахмати, может я, блядь, слэй дай дуран? Что не такая ситуация, чтоб ты мог рунирить. Дай бан этому ёбищу за КТ, который ну с щитами играет. Perfect. God.
godlike. Holy shit! Слышишь, Марио? А. Твой тиммейт считает. Impressive. Что ты делал? Дудерану. Impressive. Много. Ах, сука. Ладно, сейчас меню. У тебя тиммейт с читами. Понял. У тебя читер. Читер. Понял. Impressive. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Wicked sick! Perfect. Perfect. Impressive. Perfect. Impressive. Holy shit! Я какать хочу, какать. Заеби же. Да, ну пиздец. Просто слишком предсказуемо. Ну, с моим ботом я тоже так могу. Ну да. Смотри, сколько баков. 56. 56? Нихуя себе. А с
сколько сервак выпускает дак? 100? Всего лишь 100? Было, да. Девяносто один дак сделал. 321 прей показала, сука. Сейчас попробую, блядь, штук 300 набить. Вот это я классно сделал. Наебал, получается? Ебать, сбился, блядь. Да ты слабый просто. Чего, блядь, чего? А я реально, походу, больше сотки набил. У меня 13. Okay, максимум, значит, точно не 13. 3, 2, 1. Чего, блядь? Ну, я, походу, сотку набил, он мне это, да, вот эту хуйню показал. Реаладер был. А, 87 даков показала. Максимум 87? Нет. Я просто стату не прыгнул. Больше можно. Сейчас сделаю больше. Godlike. Марио, играй. Марио. Ты завали ебало нахуй свои, долбоёб. Это сейчас я не доход там. 115 даков показало. Больше сотки можно. Гандон что-то вроде даже.
Perfect. Impressive. Holy shit! Holy shit! Wicked sick. Perfect. 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 Godlike. Блять, я где-то сбивался. А сколько ты хочешь сделать? 116 сейчас сделал. Не, я вот не хочу, у меня палец уже болит, блять. Чтоб-то понимал, я вообще не умел делать дадаран в своей жизни. За все существование ХНСа. Вот сколько я играю. И сегодня научился, да, внезапно? Вот. Нет. У меня точно так же было, веришь, нет? Я вообще не умел. Один день такой, Дедеран, давай попробую. И у меня все идет, представляешь, такой, ну ладно, буду использовать. Не, у меня как с чего все началось? Мне просто интересно, ну стало, где именно колесо надо крутить, в какой стране, чтобы Дедеран получался. И я так постепенно, чуть-чуть, по чуть-чуть понимал, где лучше все крутить, чтобы дайки, ну, ловить дайки. И все нормально. В смысле, где лучше крутить? На полу, на стенке, да? Нет, ну, блядь, колесо, вот как именно, сколько вращений делать, блядь. Сколько делений вращать, там, блядь, с нижней, с верхней части колеса начинать. Где крутить лучше всего. То есть если я например, ну, в другой части колеса буду крутить, у меня дозран не будет, ну, получаться. Я не знаю. Да. Я не знаю, от чего это зависит. Чё, где вы? Я сдох. Остальные все на местах. Нихуя себе, блядь. Ну он мотает тебя. Вообще изи, он даже не чувствует. Ладно. Ей, да? Вот так вот. Ну, а мотает тебе? Чё за ошибка была потом? 5, 4, 3, 2, да, чё за хуйня? Ну, с кем вылетел, может, у тебя? Блядь, как я не взял, а?
Да это уже бесит, я вообще не беру. Да ебать. Упор не попал в него. Я просто не ожидал. Наказали его. Взял нихуя. Ух, ебан. Да-да, стопудово с КБ играет. Обычно Марио так прыгает. А у него 300 плюс хп. Блядь. О-о-о. Здравствуйте, Вака. Опять эта хуйня, бля. Голуба какая-то, да. Все честно, потому что. А, потому что. Уебок реконнектится, потому что. Все честно, ты я за ТТ играл сколько времени. Да, все честно. Все всегда было честно. Вообще не идет игра, представляешь? Бля, мне то счастье на тем лоз было. Ясно, вы просто щитами играете. А скикает за это. Не-не-не. Опять его кикнул. Чего происходит с вами, ребят? Я ебал нах. Меня выкинуло опять. Я сейчас жесткий блок возьму. Блять, нет, не возьму. Ну ты гений. 5, 4, 3, 2, 1. Угу. Он идет мстить мне. Вот это честно было.
блядь, не. Чего, блядь? Ага. Я смысл, понял. Зацепился. Нормально. Обожаю эту игру, блядь. А, Марио, ты тут? А, он вышел, да? Вы его знаете. За нас он софтеры зашел. Perfect. Или ХПП это был. Wicked sick. 0+, 18+. Да, его даже не флеш. Ебать вы дауны нахуй. Вот, бля, кто голосовал нахуй? Ники, скажите, сука. Здравствуйте, Анамит, как вы? Ну, после такого я предлагаю съебаться отсюда, с этого сервера. И пойти в Overwatch. Что скажете, Анамит? И вас не слышно, если что. Мапа вообще посмотреть интересно, нахуй выбрали, блядь. Нет, она прикольная. Дураки, сука. Ясно. Вакуум. Да-да, внимательно. Вакуум СССР выбрал. О, голос как забить читается вот это. Чё говорит? Говорю, твой голос считается как за 50%. Один твой голос. Намет, номер Си. За них чит. А, ясно. Как вы всегда, что? Блядь, как всегда мне нужно тащить, блядь. Вот годы проходят, ничего не меняется. Ты где, сука? Геолокацию отправь, нахуй. Школа, идем сюда обучать будем тебя. А только встал, блядь. О, ясно. Да, я разыграл. Ну, да, нахуй выбрали, хуйню какую-то ебал. СССР, блядь. Ладно, податься до нас. Ракеты спинами. Ну чё, Анамин, как там с Overwatch? Все еще в силе предложение, так что думай. Ну, блядь, конечно, в силе надо. Ну все. О, ясно. Отмазки пошли. Ой, я там забыл, а там мне позвонили. Как всего. Choose.
Ой, бля. Блять, что за хуйня нахуй? Ебать, а почему я в воздухе, блять? А, нормально, нормально. Он за себя следят. Мысли нормально, блять, алё, отключите меня. Это нормально. Это Ранго, это Ранго за тобой смотрит, за эту. Блять, ёбаный рот. Рангу, не смотри, смотри за ним. Смотри за всеми КТ-шниками, ты всех убьешь, понял? Да-да-да. А как тут блоки брать, господа? У меня вопрос. Тут нычка есть, знаешь, да, нет? Не, вот этот как взять? Все, все, не смотри за ним, он сейчас умрет. Эй, зай, блин. Майбок, Ctrl нажми, и ты не умрешь. Ебать, это опасно. Когда падать будешь, Ctrl. Давай, я тебя поймаю. Я тебя поймаю, давай. Пойдем, пойдем, яркий. Не смотри, не смотри за ним, Рангу, не смотри. О, за я ним. Взял. Прикинь. Короче, ты падаешь, я фриз кидаю, давай. Я взял блоки. Бля. Я, сука, не смотри за мной, нахуй. Не, я в безопасности. У меня тут хуй кто-нибудь поймает, хуй кто-нибудь заедет. Долбоёб, не смотри. Сука, пидорасы, блядь. Два БМВ-ста на карте, охуеть. Хуяли, где? Ну, в Майбах еще один БМВ-ст. Долбоёб, Майбах это вообще Мерс, блядь. Это другая, блядь, этот нахуй марка. Да, я знаю, у вас голоса похожи просто. Он Майбах, ты БМВ. Может другую карту? Слышь, посмотри за ним. Может вот за этим, но... Другой сервак. Красиво, красиво, смотри за красиво. Яркий что-то, блядь, нет, он не летает. Потому это что я не прыгаю. Если ты прыгнешь, тогда да, взлетишь. Если нет, то нет. Блядь. Ясно. Бля, умри, заебал, умри, нахуй. Килл напиши. Вон, и вы хотели прыгаю, сыграть но... вот эту карту, вы серьезно? Ой, блядь. Зато мы сейчас будем на, блядь, КНСБГ играть. Это да. Жесткие бусты будем делать. Угу. КНС.ру. Да. КТшники будут ТТшников подсаживать. Бусты делать будем. Жесткие бусты с коллизией. Не, слушай, они сначала будут бустить, а потом резать. Похуй, за мной ранга смотреть будет, я буду подлетать убивать их. Какой это, блядь? Нихуя себе инферно, блядь. Инферно, блядь. Что-то инферно изменилось, да, ребят? По-моему, долго не заходил. Да, блядь. Что-то мы, блядь. Вот это были не оскорбинки. Если мне память не изменяет, тут не было сюрфа. Тебе не только память изменяет. Вот Рангу как хуйсос сейчас зарезал. Тебе пизды там, блядь. Да я выиграю, не бойся. Отвечаю. Так. Блядь, я... выиграю. Ну, выиграю, выиграю. Теперь верю, да, теперь верю. Давай, теперь давай, выиграть. Давай сменим. Она же большая, пиздец. Тихо, тихо, тихо. Куда его? Да за вас чё так играет весь. Да, я бестолково это чисто. Давай ранга разбейся по-братски. Реально, разбейся ранга. Зан... И давайте... Давайте хнесми сыграем. Давай, давай, похуй. Флоппи таун про, флоппи как там только флоппи РТВ, выйдет, РТВ, все РТВ, флоппи РТВ, выберут. РТВ, РТВ, один РТВ. Флоппи таун про, любимая моя карта. Идем сюда вот наверх, анамит. Тут сюрф охуенный. Я, кстати, блядь, я научился сюрф брать, я 254 взял на этой. Нихуя, а? Израил. Охуеть, блядь.
Это Эрл. Не башь ты его. Почти все сюрки тебя любят, но я знаю. Не, ребят, меня хуй догонится. Да. Лоха, лоха чисто убил. Что это за, блядь, игра в Витюб? Там надо с аниме девочками разговаривать. Витюб? Ну как тебе сказать, ну, нет? Да. Там типа вебку включаешь, что ты аниме девочкой становишься? Да. Че, мой профиль смотрел? Реально? Да нет, ну ты когда играешь, я же вижу, что ты играешь. Ну да. Ебать. Охуеть, я тоже хочу аниме девочкой стать. Ну, становись. Я себе, у тебя чит жесткий. Интересно. А здесь работаю? Здесь, да. Заебись. Я вот не понимаю прикола, почему у меня игра просто зависает, как будто интернета нет. Открывай другие серваки, все 18... нормально. 18+, а ты типа с этим, блядь, что ли, со спикаком? 5, 4, 3, 2, 1. Godlike! А ты знал, что вообще ХПП практически нормально стоит? Да, твоему комбу. Гимбу не было там, блядь. Ваку. Я один из КПП скачал, у меня, блядь, два майнера на компе было. Не, это ГГ, ребят. Я хочу тут сюр взять жесткий. Тихо. Блять. Ой, подрубил. Здравствуйте, Кверти. Не, я не в ресурсе сейчас. Сейчас я энергетик выпью, буду в ресурсе. Да. Тем временем, так, подрубить. Да, сейчас. А, ты думал, меня забанит. Кверти, нахуй, отлетел, блядь. Ору, блядь. Бля, Кверти отлетел, а, блядь, 0+, и 18+, не отлетает. Так он... так он отлетел, потому что этот Steam ID поменял. Сервер понял это. Holy shit! Некрасиво. Impressive. Все красиво. Ой-ой-ой. Тебя наказали. Godlike. А ну. Кинь флешку. Ой-ой-ой, ты думаешь, это я? Ты мне не веришь? Как нож в спину, блядь. Как нож в спину, блядь. Жучара. Я понял, что это не ты сделал. О боже, здесь еще сюрбоки. Иди нахуй сюда, там 270 это блок. Там блок 277? 280. Бля, кинь свой конфиг, я хочу тоже, чтобы меня никто не резал, типа. Блядь. Ебать, чела щит он передал. Не, давай я тебе скину конфиг, а ты мне на СГС хак. У меня нету сгэдхаков.
Так у меня тоже нету. Я бы всех кинул. Да ты, блядь. Что за хуйня? Да, блядь. Блять, 100 хп, блять. Ну вообще минус 300 было. Я вообще СГ себе трейфал, блять. Так быстрее. Да, яркий. А, нет, нет. Ну да. Пидорас. Тебе бы меня даже увидеть хотя бы. Где я, блять? Пидорас. Да ебаный ладер, сука. Где яркий? Самый слабый. Здравствуйте. 50 секунд отлетит. Да, 50 секунд. Здесь 50, по-моему, нет здесь. Ах ты шлюшка. Там 260. Но с ладером 256. Impressive. Ой-ой-ой, ранние ридеры. Конечно, ебать, бля. Я тебе еще поддаваться буду, что ли? Что? Блядь. Раз не режет, сука. Да, да. Лоха номер. Марио, у вас клиент есть. Под ником 0 плюс и 18 плюс. Ой, саферчик, да, туда же. Смело прям. Можно и туда же. Саферчик. Не задумывайся. Сюда. Ловлю. Иди нахуй с вами ловлю. Бля, что это было? Как не того? Соси писю, понял? Ой, блядь. Ой, блядь. Соси писю, куда ты пошел, блядь? На нахуй. Лошара. Он на СКДЖ 274 прыгнул с четырьмя стрейфами. Марио. Он смело 0,8, 0 плюс и 18 плюс. Того. Да, смело. Ой-ой-ой, повыебывайся, анамит, повыебывайся. Да я не долетел. Лошара тупая. Ой. Ой, боже, бля. Бля, а, где ДДР? Где СГС? Один хп, покинь. Куда ты бежишь? На. Так и так и можем, блядь. Конечно. Бля, это не прыгнул у меня, 40 хп. Да. Ух, ебать. Смотри, сейчас она её добьёт. Тихо. Стой. Ой, бля, не режется, не... На нахуй. Прыгай на него. Бля, у меня хп мало. Не-не-не-не. А где ты? Ты где, бля? Сука, думал прыгнуть на меня. А я прыгну. Умный такой. Ну и у кого СГС лучше? А? У меня. Да ты не догнал же? Все ясно, блядь. Какой Overwatch, бля, удаляй игру, нахуй, иди в свой Fortnite играй. А у меня Fortnite, кстати, 4 КПТС, так что ты типа. 5, 4, 3, 2, 1. Нам уже бля. Раньше строился. Как можно в Fortnite играть, это ж пиздец. Overwatch. Ну, блядь, никто в него и не играет, поэтому. Чё, умный такой? Пидорас, блядь. Если захочу, да. Я тебя заумню, понял? Угу.
Очень интересно. Одну секунду даю тебе. Ты умер, бля, походу, да? Одну секунду даю. Пиздец. Даю фору. Я не понимаю прикола, ребята, только у меня так? Игра просто зависает, типа connection lost. Обновляю серваки, блядь, глобально все, все работает глобально. Перезапусти, перезапусти Steam просто. Полный бред, блядь. Ну чё, Анамит, пошли вырвать. Нахуй ты делаешь? Да блядь, его надо качать. У тебя, у тебя и на Overwatch'е так будет. Ты перезайди в Steam. В смысле качать нужно его? А чё, его сложно скачать? Ебать? Да не, проблема, 2023 год. Ты просто ленив. Я хочу музыку послушать, а у меня, блядь, она работать не будет, если я его качать начну. Ооо, ясно. Я его на ночь поставлю, я его на ночь поставлю. Я опять жизнь с ним. Да, на ночь поставлю. На, ебал. Да, а сколько весит? Полтерабайта, ебать? Бля! Блядь, нечестно, нахуй. Я же слышу. Не, ну я умный человек. У меня есть возможность, я ее и пользуюсь. Хорошо, на отеле, блядь, кидаешь нахуй кошку. Это ты нахуй. Зачем потеть, если можно трава? Беги, беги, шкура тебе, беда. Да ты за нечего, микрофон нахуй. Дура ебаная, блядь. Ебать, чуть не поймал. Perfect. Да, отъебись нахуй. Блядь, не ловится, чё поделаешь? А я блок взял. Заплышило, да, всё равно? Бля. 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 А ты блок не умеешь брать, потому что лох. Бля, дура ебаная. Яркий, а чё это? Overwatch нормальная игра? Ну, красочная, прикольная. Не знаю, а так. Ты петушара, бля. Подожди, подожди. А чё там нам делать? Ах ты шлюха, сука, я потел, блядь, я потел. Потел, блядь. Я, блядь, один стрейф делаю. Сука, иди нахуй. Или попадаем. В Overwatch'е? Ну там смотри, там есть типа этот. Там 5 на 5 играешь, стрелялки. Можно играть за танка, за этого. Ну, красочная такая стрелялка. Типа Valorant, да? Нет. И там Valorant больше похож на CSGO, на пидеров, а на пидеров. Overwatch еще типа такой, знаешь, более, еще красочнее. Для пидоров. Ну вообще для школьника ебаная. Ну, блядь, загугли просто. Для пидоров ты фига. Здравствуйте, наглый. Привет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я ослеп, блядь, куда убежал? Такой петух. Ну что сыграть? Ну-ка, я мне сгрешил. Такой петух. Петух. На нахуй. Понял, понял. На нахуй. Бля. Изи, даже не почувствовал, блядь. Я даже не двигался. Я нихуя за ним бежал, блядь. Вот я даже не бежал, вот именно, он сам пришел. Да. Меня боится просто, пиздец. Вообще нормально.
Режьте его нахуй. Режьте эту. Режьте, режьте мясо нахуй. Режьте ее. Как я ее не поймал? А вы что, порезать можете? Да, сверху стоит плачет морозота ебаная. Да не, вы что, парни, ну это, блядь, без шансов. Орел, точно? Здорово. Вот это нечестно. О-о-о. Было. Ты хотел заблочить. Ой, блядь, рука. Вот тоже почти заблочил. Да не злись ты так его, дурак, блядь. Ставлю квартиру на то, что Марио выиграет. Двухкомнатную квартиру. Двухкомнатную квартиру в центре, блядь, Крыма. Ура! У меня теперь все ясно. Квартиры. О, 150 кп, все ясно. 5, 4, 3, 2, 1. Говорят, он на админе тот бомж, нет? Не, не админ. Мне просто яркий админ дает хп каждый раунд. Конечно. Яркий админ. А, яркий бомж. Конечно. Да. А что за жидкий тут согрелся? Блядь, что ты делаешь? Так и нужно было. Так жестко, и нужно было. Блядь, жестко заскамил нахуй мамонта, блядь. Ну конечно. Его только так. Сучка, я сейчас рейд ты тоже поставлю, понял? Да не, все нормально. У меня рейд. Все нормально. У меня. Знаешь сколько рейд? 2005. Подожди. 25 тысяч JDK PFOT что-то что-то. А Кэл КМДР. Ого, что такое? 5, 4, 3, 2, 1. Ты придумал его. КМДР рейд 128. Командировка. Не хочется умирать что-то. Но не нравится мне это, я что-то хп теряю очень много. Блядь, да пошел ты нахуй, ну 100 хп. Да, ну. Ловлю, ловлю. Блядь, не твой. Ребят, 1.5 минуты мне жить, как-то как так? Да не-не-не, не выживешь. Как? Я тоже так думаю. Это твоя любимая. Да не-не, как вообще. Я тоже так думал. Уже я тебя ловлю, ну я все словил, я вижу. Эксплод раунд. Точно? О, ты был необычный мук. Да, я уже вижу эксплод раунд, я уже тебя словил. Точно? Да, вот уже есть 5 секунд, смотри, блядь, буквально несколько секунд и ты умер. Точно? Ух, ебать, ты прилетел. Ну, блядь. Ну все, ну это тотальная ошибка была с твоей стороны, со мной сблизиться. Ух, ебай. В спину. Я думал, да, бог. Меня хуяли. Это он, сори, заорал. Прости, прощаем. Я медленный был.
Вот так вот. Это все продумано было, да? Там, блядь, там, 400 спид что, был, блядь? Нам не надо было разворачивать, я бы обогнал. Ну ладно, пол. Да. Вот тут я быстрее был. Ух, ебать. Ну все, потерялся. Режьте его. Тихо, парни, вы чё, блядь? Сейчас так сделаю. Ты вот так. Заебал на траву, идем сюда, блядь, тебе пиздец. Давай. Наебал. Ааа, наебал. Пидор, блядь. Паны. Бля, вчера музыки, короче, блядь, понаходил 80-х, 90-х, парни, ну это пизда вообще, я тут сижу, плохо, ну, все нормально. Блядь. Режьте его. О, а чё ты, в смысле? Режьте его. Бля, как же я не попадаю, это позор. Это позор. Ой, да ёб твою. 4 хп у него. Прикинь, это просто, это стыд. Ты близко даже не подошел, у меня наушники же есть, блядь. Я подошел. Я пиздец как подошел. Ах ты, сука. Ой-ой-ой. Оп! Ясно, короче. Все, я таксиста. Ух, ебать! Таксиста один раунд себе. Больше так не буду, честно. Стыд нахуй. Все ясно со мной. Я не хочу больше играть. Ну, я удалю эту игру, блядь. Тебя даже на хлопе ебут, ты понимаешь? Ты говоришь, не хочешь потеть на этом, блядь, брике. Смените мне, пожалуйста, на хлопе. Но у тебя даже тут ничего не получается. Ну я же говорю, я удали игру, блядь, я долбоёб просто. А что, у меня есть тима, дай? Смотри. Опа, блядь, а как третью? Что за пояс вообще? А, 3-5. Охуеть, блядь, ну некрасиво оно. Блядь, ты охуел нахуй. Так нечестно. Ой. Да. А, ясно, я понял тебя. Заебал, выдать его КБ, блядь, ебануть. Нихуя себе, блядь. Ананамит, давай, ананамит. Показывай этим ложкам. Блядь! Он с КБ, да, он с КБ играет. Там же. На отель. Чего ты вообще решил, что я сделаю, блядь, он? Он ничего не думает. Телебану. Вот сейчас я честно не хочу играть в это говно, блядь. Просто стыд, позор, нахуй. У меня ничего не получается. Альтернатив нету просто. Могу раишки поставить. Это же хамдра, короче, залезла. Perfect. Эта игра уже негативно влияет.
Но ты в неё играешь, блядь, сутки нахуй. Тебе надо просто напролёт. Я, блядь, год не играл, и вообще, как будто новый не стал. Я вон вообще подписку чили, у меня такой, блядь. Так как и надо, блядь, так и надо. Holy shit! Яркий, ты скилл подрубил? Ну как тебе сказать? Чекай, я умрёт. От травы лучше делать агресс или дедоран? Смотри, что ты лучше умеешь. А если то и то? То лучше дедоран. Лучше умереть просто. Ну да. Ах ты, крыса, попала. Попала. Потому что ты сверху чел бы. Не, я бы там развернулся так красиво, ты бы не поймал. Ну да, я попасть в тебя не мог. Ой, блядь, раунд не начался, за мной уже яркий бежит, блядь. Это пиздец. Ой, раньше да, был. Это да. Тихо-тихо. Я испугался. Че ты смеешь? Да, все нормально. Блять, сука, заебал своим КБ нахуй. Есть. Вот реально. Сука, конченый, блять, вот сука. Ой-ой-ой, как же тебе... Ой. Да-да, конечно, везет, блять. Да-да, везет. Да-да, везет. Везет, везет. Везет, везет. Везет, везет. Ну, ты... На, сука, на, блядь. Ну, на, тебе, на. Ну, на, блядь. На, выкуси, выкуси. На. Это вообще другой челик. Ой, блядь. Это пиздец. Ой, бля. Сучки, бля.
Wicked sick. Ладно, давайте, бай-бай. Давай. До свидания. Ага. Блять, плочи стоит. Вот. Все нормально. Connection problem там. Да. Конечно. Я тоже так думаю. Вот опять я не понимаю прикол, он сам по себе просто зависает, понимаешь? И потом отпускает, если ничего не делать. Не понимаю, не понимаю. Ну еще пиздец. Ну вот, что это было? Это был не порезал. Ну да, ну да. Да. Блять, нагло, ща бан ебу нахуй. Хочешь? А я сейчас все мол. Блять, как порезал-то? И вылетел? Я зафейлил. Ну назад нужно смотреть, что ты делаешь. Ой, боже мой. Ой, бля, ясно. Как у кентуха? Да, нормально. Чё, не играете миксы? Играю. Чё, как? Эй, здесь Бобик. Да, нормально. Ты кто, блин? Скилл повысился? Повысился. Я не знаю, я почему-то играю вообще охуенно на календарь, но на миксах так не могу. Потому что волнуешься? Да. Да, по любасу волнуешься просто. Чё, повторил? Нихуя себе. Ещё и по... Ну ладно. Тут было заслужено. Так это же изи, если там повторять. Да, да, да. Там изи, но в пре попасть это 50 на 50. Не попадешь, не взял, попадешь, взял. Напережи. Holy shit! Слушай, Арти, сколько ты выхопи страйфов делаешь? Два, три где-то. Чего так мало? А зачем больше? Ну, у тебя так фок будет один. Не. Сука.
Вот он, гений нахуй играет. Где ты, ой? Поддавайся мне, я же слабо. Ой. Вот и все. Да Марио, он вообще слабо. Даже играть не умеет. Он даже играть не умеет. Я тоже так думаю. Вот, видите, он даже играть не умеет. Изи. Последний на школе, на школе. Ой, не, на отель, на отель, на отель. Знаете, где твой отель? На отеле, короче, 224 блок. А. Увидел, да? И умер. Да. Слази, чё ты на блоках сидишь? Там блок 220. Чё ты на блоках сидишь, говорит? Где он? Он прячется. Вон он. А, Марио, всё-таки. Бан ему дай. Его. Я думаю, это будет бан. 5, 4, 3, 2, 1. Охуеть. Ебанус. Как же мне похуй, блядь. Как ты не застойкался? Perfect. Я знаю твой крикс. Какие типа трикс, прыгнул. Типа прыгнул. Ну, не трикс, а как это сказать, наёбку. Типа прыгнул, но типа нет. Типа тёмный, но типа не тёмный. Вот, блять, ну а. Не идет, да, согласись, пиздец раздражает. Да, мне давно похуй на игру уже. Вот обиднее, когда, ну, типа, ты такой понимаешь, что ты можешь на чили, а потом понимаешь, что тебе не получается. Такой, блять, нахуй я играл вообще это говно. Да это все хуйня, ты просто, блять. Когда много играешь. Что пропадает? Требуется. Опять там сидит. Я поэтому год на. Как же буду играть? Я не играл просто на пабликах, я тренил игре просто. It's time to choose. А нами тут сколько лет не играл? Я год полтора не играл. Ты знаешь, что сейчас эра Раиша, а не Ротопса? Чего? Эра? Да. Такие эры. Значит, есть. Эра Ротопса? Эра Раиша, Брук Ворлда. Сейчас Ротопс никто не играет. Его никто никогда не так я не играю. В смысле, ты что, прикалываешься? Блять, играли только когда профи там был, блядь, может лет 5 назад. Сейчас нахуй никто не играет. А причем есть профи? Ну так вы знаете, это у него на серии популярная карта была. А ты знал какие сервера? Амагат, Эмаклок, Раиш. Да. Ну там же он не Руфтопс был. Да бля, карта скучная. Там максимум на рынке можно подключить и все. Большая очередь. На гарду не мы. Типа на гарде, там уже даже за трикс игр не считаются.
режешь. Порежь, порежь. Профи же хуесосил эти сервера, Ямагат и Маклоп, короче. Кто, 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 кто? Профи говорил так. На-на. О, пиздец. Давай пошли. А ну иди блядь. Сюда, на. Огни делай, заебал. Ой, блядь, пиздец, пизда, короче. Ой, дамаг не ценен. Передайте, яркий. Ну он-то побыстрее будет, так кружиться не получится. 5, 4, 3, 2, 1. Ну как ты меня видишь, бы? По звуку, блядь. Как ты видишь, блядь? Тем временем я слышу, как кто-то пробегает, блядь, на правое ухо. Да, блядь. Я не знаю, что это было. Я думал, ты за мной побежишь, типа. Да, да, да. Бесконечно. Да ну нахуй! Яр. Называй меня папа. Здравствуйте, отец. Окей, давай. Здравствуйте. Опа. Опа. Окей. Окей. Кикнул Мася. Чё ты меня кик? Предупредите. Сука, я сейчас ярко бомбану ебану, да ебал. Читы? Мне не надо. Моя потом. Думаешь? Дисциплинное высказывание. Режь всего. Ну че вы не режете, пиздец? Да, еще минуту ему жить, блядь. Если бы оставалось 5 секунд, ладно, я бы поверил. Возможно, он затащит. Заебали эти админы. Не говори. Ну было ты. А кого не заебали? Режь всего, режь всего. Но он выиграет, он выиграет. Бля. Скажи читы. Вас нах выиграет. 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Зачем ты? Вы меня не убивайте, я покушу. Ага, нихуя себе. Король, ебать, чем еще сделать? Режь его первым. Бля, подойди. Бля, я кушаю, подойдите, я вас убью все. Не надо! Хуеплет! Perfect. Не веди его сюда. А я тебя вижу, а я тебя вижу. А нихуя ты не видишь. Лох, блядь. Да не тебя, а не тебя. А, ну ладно. Сейчас допрыгну, подожди. Сейчас я покушаю. Да, но... с дедерана вряд ли. Я тебя тоже вижу. Да я нихуя не вижу. О, допрыгну. Яркий, это чё, альт зажал? Конечно, ебать, 200, бля. 220 было. Все равно. Ух, ебай, хотел повыебываться, не получилось. А, ебай, он с щитами, я не пойму. Да. Че-то с щитами? Плотняк, плотняк. Что? Ну явно не я. Вот, вот. Ору, блин. Wicked sick. Perfect. Ну все получается, анамит. ГГВП. Ну походу да. На нахуй поддержка.
Ой, бля, не попал. Хотя, ебать, 15 секунд, слышишь? Да. Трекси, как мужчина. На, нахуй. Мужчина, мы как мужчина, трекси, блядь. На. Не, ну ты блок... Трекси, блядь. Ты блок не взял, это уже... Бля, ясно. Ебать. Бля, он реально с читами или нет? А, нет, он не он. Он нормальный. Он нормальный. Я по аватарке видел. Ну, если это та аватарка. О, пимп с читами? Да не. Какой пимп? Вот этот? Пимп. Пимп фейс. Ну, ник у него хуеплет. Дальше сам думай. Почему хуеплет? Буквально, хуеплет за третье место. Или он может ники менять. Специфически для кого-то так будет показываться, для кого-то нет. Ой, блядь. Ну это не я был, Марио. А, давай, убивай. Не убивай его пока. Я сейчас за ТТ пойду. Теперь убивай. Да я жду, ща. Убивай. Минута 20 стоят. Я но здесь время, его жду. А время-то идет, яркий, время-то идет. Не, похуй. О, блядь. На меня как минимум минуту можно. У тебя буквально инфа была, типа, я на ТТ, я его жду. Такой, угу. Вот что за прикол, после убийства, блядь, на его месте как-то лагать начинает. Иногда он овнит вообще. Ты у всех так. Он тебя... Это типа моделька остается. Он тебя дудосит просто. Вот почему в других серваках такого нету, а тут есть? Краснодар. Ну да, коротко и ясно. Краснодар, точка. Ебать, это ГГ. Godlike. Ну вы, ребят, кадр прям это ищи. Поймай сильно. Тебя последнего. У него хотя бы 35 ему, кп. Ура! Ебать, кто сами потеет? Понял. А, это он потеет. Ай-яй-яй. Сынок, блин. Ты чё, блядь? Папа, нахуй. Папа. 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 Godlike. Ой. Он за мной ой, специфически идет. Он специфически за мной идет, это страшно. Почему он только за мной идет, это страшно. Ебать, я прыгнуть забыл. Это как, блядь? Я прыгнуть забыл, блядь, надо заранее полетел просто. Ты чё, не флешишься, пидор? Оскорбление бан. Оскорбление администрации бан. Изи. Читы бан. Оскорбление администрации, расстрел на месте. Ребята, успокойтесь, я один остался. Я один. Смотри, как они потеют. Блин.
Сучка, блядь. Сучка. Не вылетел, прикинь. Чё, пиздец, я смотрю, Трикс. Вот это я тащил, блядь. Ёбаный лоб. Бля. Ару, блядь. Как только... На лаке. Да, да, да. Как только ты их наебываешь, они такие, ну ладно, не буду бегать. Ой, бля. Ну это пиздец, некрасиво, блядь. Блядь, у меня опять зависло, понимаешь? Это пиздец. Я не знаю, что делать. Перезаходить неохота. Если перезайду, я больше не зайду. Расслабься. Все нормально. В смысле? Все нормально. Да вот именно, что ненормально, он просто зависает. Что дальше делать? Расслабься. Точно? О, пёр, ясно с тобой все. Банза слой. Ой, блядь, что я сказал? Банза трак. Банза слой. Да. Бля, не могу играть пока. У меня руки жирные. Фу, свинья, фу. Я с грязными руками играть. Это позор, это стыд. Не, Марио, ты можешь там пока прыгать. Марио пусть пока прыгает там. Чисто админку покупаешь, чтобы меня нахуй никто не трогал. Первые 20 секунд. Да, да, да. Так, бля, а смысл этой игры в том, чтобы трогали? Вот, вот. Полностью поддерживаю. Камень свой огород какой-то. Хуеплёт, блядь. Хочу, чтобы меня пробовали. Хуеплёт, блядь, чё ты его хуесосишь? Он всего лишь блок взял, такой хуеп, блядь. Ой, как же он не режет, это пиздец. Ух, ебать, вот это прикол. Опа. Вот этот прикол. Это что такое было? Не знаю, что у тебя было, у меня был блок. Причем, блядь, это такой непонятный. За мной этот рот бежит, блядь, помогите, за мной этот рот бежит, ебаный. Разве? Да, не особо вроде. Что-то у него аватарка знакомая, я хуй его знаю, кто это. А что если я вас за вас зайду? Это будет честно? Чё, разумеешь? Ворот? Угу. Ну да, честно. Ну да. Не бросай меня. Раньерет. Анамет раньерет. Да я не брошу, это была шутка. Анамет раньерет. Опа, ловлю. Прыгай, падай, я ловлю. Ну ладно, что ебал, блядь. Ты мне нужен ТТшник, ебаный. Ару, блядь. Так сказал, как будто ТТшника так можно спасти. Я требую возродить меня, блядь. Не-не-не, все честно. Сотку на карту кидай. В связи, что... Блядь.
Я хотел брик выбрать там. Да. Там бы... Да ну поставьте уже брик, блядь, 55 админов на сервере. РТВ. Не-не. Народ решает. Да я там случайно выбрал эту, блядь. И карта вообще меняется у нас, нет? И народ требует фулпитауна. Это неправильная форма власти. Скамить админов, блядь. Скамить админов, чтобы поменять карту. Как некрасиво. Я бы такой в жизни так не сделал, понимаешь? Эх вы. Эх, народ вы. Должен. Да, народ да. Должен решать, а не вы. Народ? Демократия неправильная форма власти. Это же. В Древней Греции. Вот. Типа народ он должен решать. Должен решать выборная палата от народа. Вот. Бля, мне. Ну зарежьте вы его. Показывали, как КФС не стоит. У Марио прям кипит, по-моему. Умолчит. Я пил. А что, ты в Питер идешь? Нихуя, когда? Да чё тебе надо, бля? Чё, когда надо? Натуре? У него жить будешь? Он же с кентом вроде своим живет, не? Кента выгонит нахуй. Я пидор. Я с мамой поеду, не думаю, что тебе захочется встречаться. Наверное. Я бы хотел встретиться с твоей мамой. Я не думаю, что ты хотел встретиться с моей мамой, на самом деле. Учитывая, что мне 40 лет, то... А, нихуя. Нихуя себе, блядь. Бать, а маме сколько тогда? 45. Так, ебать, если мне было бы 40, моей маме было бы, а сколько ей сейчас? Расчеты пошли, подожди. Ей сейчас 40, ну плюс-минус. Мне 20. Плюс-минус 40. Культурная программа будет, мы по музеям будем ходить. Так, бля, ей было бы... Ей было бы 60. Да, 60 ей. Тебе сколько лет? 20? У меня с мамой такое общение, что мы, короче, 20? В оперу ходим. А тебе 16 родила? В музее ходим. У меня маме в 20 родила, мне тоже 20 и 40. Значит, блядь, а во сколько меня родили, нахуй? И не помню, сколько ей лет. Я не помню, сколько моей маме лет. Какого она года, ты не знаешь? Не, ну 8 с чем-то. Лет? Да, ну, года рождения, 8 с чем-то. 83? 80 скажу, да. С чем-то. Дети 80-х. Ну смотри, я могу ошибиться, но где-то на плюс-минус 10 лет. Это не критично, как по мне. Получается. Ей где-то да, 60 будет. Тебя в 10 лет родила. Бля, серьезно? Ты погрешишь такую. В смысле? Хотя? Perfect. Да, в натуре, а какого хуя? А почему так, я не понял. Или она 60-го? Как она 60-го, если ты говоришь, что ей 40? Не. Хуй его знает. Я же говорю, непонятно. Если твоя мама 60-го года рождения, то ей получается 63. А ей 60, что ли, сейчас? Нихуя себе, нет. Давно ты маму не видел свою, блин, походу. Да я сейчас у неё спрашиваю, у меня дома.
Не спрашивай, что, у меня мама обидится. Неприлично, блядь, у женщины возраст спрашивает, дурак, блядь. Не, дело не в этом, то, что мама родная, ты не знаешь... Да, конечно, блядь, она подумает, что ты не любишь её. Ну, блядь, такая жизнь, что поделаешь. Ну, лучше не спрашивай. Ну, если бы я ее любил, так бы это другое дело. Так, нахуй она мне нужна. Она даже после этого тебя не перестанет любить, но все равно, зачем огорчать лишь? А откуда ты знаешь, что она не любит? Она думает только о себе и о мнениях других, понимаешь? Она никогда не говорила ну, «да» на то, что хочу я. Она говорит, другие об этом будут думать. Другие, другие, всегда другие. Твои детские травмы, тебе надо это переработать, придеть мать такой, какая она есть. Ну, понимаешь, блядь, ну, как во мне бред любить кого-то, потому что ну, человек просто родил себя, да, он дал жизнь, блядь. Да нет, только естественно за это только за это не обязательно любить. Я просто говорю то, что на самом деле твоя мать, она тебя любит. Просто ты не получаешь должного внимания, и за это. Ну, я понял, о чем ты наглый, но ну, ты же не знаешь меня, ты не знаешь мою мать. Ты не знаешь, что у нас происходит. Чего ты вообще не знаешь? Согласен, брат, сори. Но на самом деле это такое среднестатистическое. Охуеть, я как будто к психологу сходил. В психологии все травмы не с детства идут. И вот особенно, я, чтобы решить все свои проблемы, надо сначала примириться со своими детскими травмами, с родителями. Согласен, согласен. Особенно у девушек. Вообще похуй. Я ради нее стараться не буду, блядь. Как будто она старалась. Шлюха тупая. Ебать, это про кого? Блядь, угадай нашу, про кого мы общаемся. Кто пошутит, тот получит бан. А, ебать. Яркий не шутит. Он серьезно говорит. Ебать. Если я свою мать не могу хуй сосить, тогда я не знаю, что только делать. Нет, ты то есть по факту человек, сейчас ты... можно его мать хуй сосить, я правильно понял? Не-не-не, на самом деле, да, да, яркий добрый человек, просто там травмы, но об этом мы не будем, давайте не будем докапываться, ты человек. Давайте будем. Ну хуй, оно тебе надо. Ну, можно в интернете. А что, а где, а в каком месте он злой, блядь? Добрый же добряк. Вообще очень добрый. Ой, блядь. По голосу добряк, да. Вижу на армию, ставлю, блядь, бриквол. Меня не ебёт. Так. Holy shit! Ради тебя яркий нажал нет. Так я тоже нажал, да. Потому что тут ради твоей мамы, да? Вы чё ржёте, мне 40 лет. Я могу сказать то, что я вашу мамку, и это может оказаться правдой. Ой-ой-ой. Пять! Ты охуел, ма. Ебать, 40 лет играть в Fortnite, охуеть. Так я всего 20, блядь. Бля, мне 25, я думал, я старик нахуй, а тут 40, блядь, охуеть. 25 лет я только в армию пошел, блядь. 25 лет я... Ты косил, что ли, от армии, блядь? Мы просто сейчас тоже в армию забираем. Да учился. А учился? Сколько тебе лет? Там же отсрочку дают только на год, когда учишься. Нет, до конца обучения. Там, все меняется со временем. Раньше не было отсрочки. Ну как, там по-разному, брат. А сейчас вообще до 30 лет призывной возраст. А сейчас любое какое ты будешь образование получать, которое у тебя где-то, тебе дают эту отсрочку. Раньше такого не было. А, ну это если высшее, если на высшее у тебя, блядь, нет. Любое, нет, любую степень образования, которую ты не получил, если ты учишься, тебе дают эту отсрочку. Даже в школе. В школе даже. А можно школу два раза пройти, типа? Нет, два раза не получится. Сука. Не-не-не. А можно карту поменять? Рэй,
сейчас в Питер приеду, драться будем. А даду скажу тебе пиздец, понял? Конечно, на меду, блядь, на сейфах ты чем. Скотинка, по-моему, в Питере живет. Ебать его составчик, но ничего, у меня Нарния. Вам пизда. Думаешь? И у меня миллион хп. Привет, Нарния, кстати. Ну там трое уже 35-е, если чё. Ага, блядь, ну ладно, чё. Яркий запотел, ебать, молчит, нахуй. Это да. Яркий, ты если вейпоинт выучить, ты будешь этого Веслера нагибать здесь. Если что, выучу. Вейпоинты, ну такие самые. Как на флопе ты играешь? Так же, наверное, здесь будешь играть. Брикен? Да, но тут не хочется особо это. Бы хоп... Тут бы хопить много нужно, а я не люблю это дело. У тебя же нет проблем с этим дедраном СГС. Больше на этом бы хватает. Ну да. Здесь просто говорю, если выучить вейпоинты, все склоны выучить. Все, это, никто не догонит. Сомневаюсь. Я не сомневаюсь, потому что яркий талантливый еще. КС-ки талантливый, ну это такое. Ну да, здесь просто нужно 24 на 7 сидеть и блять больше, ебать себе в жопу. Ну как яркие делают. 24 на 7 сидит и не ебёт всех же. Ну это да. Ебать, ну честно. Да блять. Завистливые нотки, не обращай внимания. Да, ну я просто так не могу сидеть 24 на 7, поэтому я завидую. У меня работа 24 на 7, блять. Ну так вот, вот. В этом-то есть зависть, лишь он может. Ну я ничего не говорю, я ему завидую, да. Я так чисто, блядь, расслабиться после работы, зайти там, блядь, покалякать, помалякать, ты блядь. Старый, ты уже старый, 25 лет, пиздец. Марио 25? Да. Чё ты пиздишь? Ты же говорил, что тебе 17 или 18. Ты меня спутаешь с кем-то. Ты даже спрашивал, по голосу не похоже, да? Все такие, да, а мне 17. Все такие, охуеть. Чё, блядь? Да, это было. Ты путаешь, мне кажется. 17.02, 98-е, Водолей, год тигра или льва, блядь. Это когда у меня паспорт спрашивают. Impressive. Мне в 40 лет паспорт спрашивают, пацаны, пиздец. Потому что ты ханейсер, у ханейсера всех спрашивают. Да, по-любому. Какой я ханейсер, я так, блядь. Не у них спрашивают, а с них спрашиваю.
старался приладить около вины, блин, вы мне не дали. Зато мама даст. Все нормально, он фул фокус наблюдает. Бля, что за брод, ебаный урон, блядь. А где Нарния, блядь? Я меняю обратно на Флопина. Да, давай, давай. Ура, Флопи. Не-не-не-не, какой Флопи, как бы мне-то. Выиграть умеете, блин. Да поставь голосование, Флопи и Брик. Дальше уже. Не, мне нравится карта. Но я бы вообще Брик выиграл. Не, ну пусть голосует. А я бы Рухтопсус. Ну Рухтопсус тоже хороший карта. Я вообще второй месяц играю. Может, подожди. Так, что там? Кто? Нет, эта карта на самом деле очень хорошо дефолт получает. Это охуенная карта. Бля, ну я вот... Уебанская карта. Попытки... Охуенная карта. Попытки на козырек залетаю. Оп! Минус два. О, блядь, со второй попытки залетел. Сразу уровень, авторитет мой прочувствовал, хуй, блядь, вот он, блядь, и этот, умер сразу. Ой-ой-ой. Нашёл. Яркий зашел. Что это, блядь? Ладно, парни, спокойной ночи, я пойду, я отдыхать. Давай, давай, удачи. Давай, пока. Как так быстро, блядь? Так, ладно.
Я не спину. Да бля, это четвертый раз режу, ты на приколе что ли? Я слабый, не нужен. Повезло. Смотри, яркий сейчас помотаю их. Чисто попивать на этот, блядь. Ты сам понял. Ой. Ой. Жестко. Ну пиздец, блядь. Бля, вообще невозможно играть. 5, 4, 3, 2, 1. АФК, по-моему. А, нет. Да, пацаны, он на ТТ. Блять, мне на голову же. А как ты меня стер? Потому что хуй пойми куда флешку кинул. На звук же был. Ну ты за текстурки его кинул. Блядь, ну что это? А чё ты возрождение не берёшь? Тебя же есть возможность жить вечно. 5, 4, 3, 2. А я пил. Ну, блядь, это был.
флешка, да. Опа. Я здесь, я ваш need backup. Давай, 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 не режем, не режем, не режем. Отпустите его, отпустите. Да, ну пойдет. Микс как микс. Было очень близко, на самом-то деле. Что это? Я с ладера отпрыгнуть не могу. Ну, микс это такое, знаешь. Не по фану. Там что-то нужно делать. Как-то нужно играть. Что-то нужно говорить. А тут заходишь просто по фану. А, у него еще 100 хп, ты говоришь, не режь, Я опять залокал, пиздец. Ой, бля. Сколько у вас этих флешек, блядь? Много. Perfect. Impressive. Нихуя ты потеешь. Сколько стрейфов делаешь в одном стрейфе? 5, 4, 3, 2, 1. It's time to choose. Сюрф мой, пацаны, сюрф мой. Ой, бля, в спину, пиздец. Чё, Яркий, сколько минут сегодня затащил? Сегодня? Я хуй его не помню. Максимум минуту с чем-то, что ли? Все, аплодировали тебе? Ну там прикольно играть. Сколько ты прожил?
Это за 15 минут? По-моему. А как узнать там, сколько я индивидуально прожил? Ну, обычно 15 играл, ты про них говоришь? Да, 15 минут. Не, он спрашивает, сколько минут я прожил. А как понять, сколько я прожил? Ну, в конце пишет. А, да? Я не посмотрел. Я и не знал, что там показывает. Что за технологии? А ты на каком сервере играл? Фролион, что-то. Ну прикольно там было. Да, показывает. Там какой-то челик прям нормально так затащил нашу тему. Благодаря ему мы выиграли. Донейо, что ли? Как так его зовут? Какой ник? Донейо или Доэо, что-то такое с запятой. Дьявол. Ну не у них такое было, не помню. Твой район про Диабло говорит? Не, это не Диабло, у него как Донейо, как-то так было. Дон Корлеоне ты имеешь в виду? Не. Ну, ребят, даришь ему. Что это такое? Ну вот надо было в конце запороть. 5, 4, 3, 2, 1. Бля, Мамбол только нахуй брик играет, блядь. Как-то так у него ник был, короче. Вот, он неплохо играл. Ставлю, господи. Не хочу. Блять. Ладно. Ой, короче.